Стихия Земли отвечает за действие, поведение, поступок, все материальные стороны жизни. Земля – мать, за способность к добыче денег, к заработку, способность к их применению, за качество и возможность приобретать материю. Любой дисбаланс и нарушение в земной энергетике человека может стать причиной материального недостатка. Энергии Земли для целительной практики. Первое. Физического заживления. Второе. Защиты от грубых энергетических взаимодействий. Третье. Для плотской любви и увлечения к сексуальных влечений. Она покровительствует качествам и способностям, надежность, устойчивость, вкус, умение разбираться в моде, умение разбираться в архитектуре, познавать историю, разбираться в сельском хозяйстве. Она ответственна за плодородие. Гармоничное приобретение энергетики Земли приносит здоровье. Можно провести индивидуальный ритуал. Положить ладони на землю, стоя или лежа. Почувствуйте, что вы часть природы. Мысленно или вслух произнесите. Священная плоть Земли, хранительница темных подземелий, владыка гор и долин, стань мне опорой, даруй мне цель и стремление, устойчивость, прочность и восстановление. Дай мне силу и власть покорить непокоренное и исполнить неисполненное. Обращение к ангелам Земли. Всемогущий Господь, Боже, Создатель неба и земли, Владыка Вселенной, соизволь послать мне ангела Земли, чтобы он поглотил нечистоты моего физического тела, и оно обрело способность выражать Тебя, и Твоя воля могла проявлять себя через меня. Аминь, аминь, аминь. Да будет так.